самбо – это наша жизнь. И психология самбо зависит не от того, как вы ведете себя, балуетесь в садике или в школе, а от того, как вы ведете повседневную жизнь. Самбо будет на международном уровне и на олимпиадах на русском языке вестись речь, то есть судейство. Это очень большой плюс. Вот. Самбо, начиная с 37-го общества «Динамо», включили в СССР, но так как война началась, проверено кровью, проверено в боях, проверено нашей разведкой, спецназом. Самбо взяло самые лучшие приемы СССР, тогда много было и грузинское, и армянское, и молдавское, виды национальности, и дзюдо взяли, джиу-джитсу. И наши непобедимые были. Если вам только дана саперная лопата или оружие, которое я вам даю, кулаки, и другие мне давали также, чтобы я сняли, то это очень сильное оружие. Надо знать, когда его применять. Соревнования отстаивайте честь нашего города. Это тоже очень замечательно и достойно. И все мы прекрасно знаем, что спорт в нашей жизни играет огромнейшую роль. Гигидиш Ярослав Иванович. Тот, кто занимается самбо, тот в себе уверен.